Друзья, всем привет! Это Илья, компания «Американский визовый центр». Я приехал в Бруклин, это станция 62-я стрит. Меня сюда привез D-Train. Я приехал сюда для того, чтобы показать то самое здание, где вы будете проходить биометрию. То есть, когда вы подали на кейс на политубежище, вы его отправили кейс по почте, вы ждете приглашение на биометрию. Как только это приглашение пришло, там будет указан день и время, когда нужно будет приехать и пройти биометрию. Ну, собственно, пойдем к этому зданию.